Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала Цветовод. В этом видео я хочу поделиться с вами многообразием форм и красоты фиалок. Вот начну с такой пестрой красавицы. Название сортов я не знаю, поэтому в этот раз я их не буду называть. Возможно, в дальнейшем запишу вам еще видео с названием всех сортов. Если получится, то подпишу под видео название сортов фиалочек. Вот это даже пестролистная такая розеточка. А вот там вдалеке прямо такое красноватое облачко. Махровая фиалочка. Кстати, вот тут покажу вам рядышком примулина, лунный свет. У нее необычная форма листьев. Так, сантиверия. И зацветает антуриум. Красавец. Такое красное сердечко. Вот. А тут прям полный-полный цветочек. Бордовый окрас. Камера четко передает все расцветки. Так, поехали дальше. А еще цветет антуриум шерцера. У него такое круглое покрывало соцветие. И такой, как мышиный хвостик. Вот такая красивая фиалочка. Очень подобна вот этой. Но у этой листва пестролистная. А у этой фиалочки зеленые листики. Сейчас, чтобы не засвечивала, приближу. Покажу детально цветочек. А рядышком посмотрите, какое прямо кружево. Это, если я не ошибаюсь, то сорт взбитые сливки. У моей мамы 4 фиалки этого сорта, и все цветут по-разному. Я вам сейчас покажу еще одну сорта взбитые сливки. Видите? Совершенно другое цветение. Тут в центре лепестков вот такие росчерки. И сейчас еще одну покажу этого сорта. Тут преобладает бордовый цвет. Насколько разным может быть один сорт? Ну, как профессионалы-фиалочники там называют спорт сорта, если там окраска изменяется. Но я этих всех тонкостей не знаю, поэтому просто показываю вам их красоту. Так, поехали дальше. Вот это одна из моих любимчиков. Очень мне нравится ее окрас. Такой кант и как бы мелкая россыпь от канта крапушек. Вот рядышком, по-моему, она же, если я не ошибаюсь. Тут подвыгорел цветочек. Вот этот более яркий. Кстати, вот еще какие бывают пестролистные розетки. Посмотрите, розовая вариегатность на листах, такой пигмент. Насколько это красиво, даже когда фиалочка не цветет. И рядышком вот кто-то цветет тут тоже. Красивый такой бордовый цветочек. Так, а вот еще необычный окрас. В центре как будто такое сиреневое пятнышко, в центре лепесточков, да? И оно так медленно, как амбре, растекается и переходит в белый цвет. А вот какая нарядная фиалочка. Розовая, с зеленым кружевным краешком. Вот тут только-только распускается бутончик, еще полностью не развернулся. Рядышком такой контраст, бордовая фиалочка, очень крупный цветочек, полный. Потрясающе смотрится. Сейчас постараюсь аккуратненько достать, вам показать еще какой-нибудь.
Вот это, если я не ошибаюсь, Ян Минуэт. Мне тоже очень нравится эта окраска. Белая, тонкий-тонкий яркий кантик. А тут прямо целая шапочка. Как это красиво. Со всех сторон вам покажу. Еще подобно этой, но чуть-чуть другая. Вот даже расцветка немножечко отличается. Это... Нет, сейчас не прочту вам, не знаю, что это за сорт. А рядышком розовая гвоздика. Тоже похоже. А вот тут вообще что-то невообразимое. И белый, и желтый, и голубенький присутствует. Вот особенно по вот этому цветочку, видите, сзади такое голубенькое пятнышко. Полные такие цветочки, как капусточка. Вот тут кто-то только начинает распускаться. Такие бутончики сморщенные, сиреневые, зеленым краешком. О, а это просто космос. Очень красиво. Брызги такие. По темно-синему сиреневому цвету. Рядом вот такая голубенькая с белым. Тоже цветок махровый. А вот эта фиалочка фея. Тут прямо такое множество цветов в ней собралось. И розовый, и сиреневый, и зеленый, и чуть-чуть беловатый. Пышно тоже так цветет. Крупная шапочка. А вот такая нежность. Белая с розовеньким. Потрясающе смотрится. Такая нежная фиалочка. Вот только распускает бутончик. Вот такой интересный сорт. Бордовенькая с беленьким краешком. Сейчас все цветочки устремлены к свету, нагнулись. Вот это мне очень нравится. Очень красивая фиалочка. А сейчас я, может, увижу название сорта. Не, не подписан. К сожалению, не подписано. Такой пышный кустик. Это сорт Сесси Сади. Может, я неправильно произношу, но пишется английскими буквами приблизительно вот так, как я сказала. Этот отцветает, а вот этот. Очень необычная форма цветка. Видите, как 5 лепестков, 2 поменьше, 3 более крупных. Напоминает форму цветка Анютины глазки. Красивый сорт. А рядышком такая пестролистная розеточка. Класс. И листья необычно растут. Видите, как граммофончики такие вылазят. О, а это вообще очень нарядная фиалка. Такие штрихи, брызги. Такой глубокий цвет. Очень красиво. Вот красавица стоит.
Рюшевая. Интересная фиалка. А вот это у нее такой необычный цвет. Вот знаете, друзья, вот как бордовый с чем-то таким пепельным, нюдовым оттенком. Очень необычный. Вот такой какой-то, я бы сказала, грязноватый цвет, но он такой благородный. Потрясающе. А вот это такой лопух, друзья. Если бы у меня рядом была вот спичка, то тут, наверное, как полторы спички размер цветка. Нереально огромный. Просто такой лопушочек. Очень классный сорт. Сзади вот это прям мой любимчик. Мне так нравится вот этот голубой оттенок и фиолетовый край и немножко вот это зеленца. Совсем так капельку-капельку ее. Так, а вдалеке у нас вот такой тут очень красивый малышок. Посмотрите, сколько бутонов. Такая небольшая розеточка, а бутонов много. И вот тут подлезу вам еще необычная фиалочка. Покажу. Только начала зацветать, пока только один бутончик. И это тоже что-то невообразимое. Вот необычная, до того необычная фиалочка. Сиреневая с такими брызгами. Так, и вот тут еще две фиалочки. Розовенькие.